Уважаемые дамы и господа, перед вами здание стиля «Сталинский ампир», построенное в 50-е годы. Как вы уже догадались, именно в этом здании начал свое существование Рязанский областной музыкальный театр. Если мы перенесемся на несколько месяцев назад и заглянем внутрь здания, то увидим, что в нем полным ходом идет реконструкция. Привлеченные афишами зрители рассчитывали на место в зрительном зале. Но труппа активно работала на просторах Рязанской области. А здесь мы могли предложить лишь обзор, кругозор и свежий воздух. Но и в тех условиях мы работали, рождались спектакли и концерты. И вот постепенно здание превращается превращается здание. Так хотелось скорее увидеть, во что же оно наконец превратится. Но всегда приходит день, когда будущее становится настоящим. Открытие здания Рязанского музыкального театра состоялось. И теперь мы можем предложить нашему дорогому зрителю занять свои места в зрительном зале. Согласно купленным билетам. Музыкальный театр – это праздник, который всегда с нами.